Возможно ли реставрация старого строя, ну, как сейчас говорят, СССР 2.0? Вот, ну, хотя бы чисто теоретически. Возможно, конечно. А что для этого нужно сделать? Я не знаю, для этого надо очень много, наверное, работать. Люди другие стали немножко. Нужно, чтобы люди вошли в это не то, что состояние и прочее, прочее. Ну, то есть... Так сразу нельзя. Возврат к старому, конечно, безусловно, невозможен. Именно в том плане, в котором он был. Я имею в виду там СССР 1.0. Не зря же говорится СССР 2.0. Значит, надо... Какие-то определенные вещи. Что-то другое будет немножко. Не повторять, да? Постараться не повторить тех же ошибок, которые были сделаны в СССР. Хорошо. А если... А какие это уж ошибки? Это, ну, у меня сейчас пока... В общем-то, нам нужно свергать капитализм. Ну, мягко, ну, жестко. Мягко, жестко. Или менять. Свергать. Или видоизменять его. Как, в какой-то степени трансформироваться. Желательно, конечно, без... естественным путем. Лучше мелким. Не думаю так, что именно вот взять и свергнуть капитализм, потому что это будет безобразие и опять море крови и так далее. Потому что да, и кошмар. То есть все-таки... Так однозначно за 2 года это не решишь, или за 3 года, за 5-летку даже. Нет, не решишь. Мне кажется, какой-то определенный срок должен быть. Не знаю сколько, 10-летие, 15. Ну. Возможен ли подобный проект «Коммунизм сегодня»? То есть, возможно ли брать артефакты того времени, при котором мы сейчас живем, и создавать что-то такое подобное? Ну, насколько я знаю, такие проекты существуют уже давно. То есть, они здесь и сейчас. Ну, в частности, на памяти могу лишь что-то вспомнить группу «Дадеска Дэн». Это где-то с Урала, то ли из Челябинска, то ли из Екатеринбурга. Они создают примерно то, вот, что мы делали только здесь и сейчас. Есть такая группа «Черный Хэкстон», но они снимают всякие черно-белые фильмы. Может быть, не так известны они, но они идут в этом направлении. Поэтому и еще очень много-много людей, я просто сейчас на память не могу называть точные имена, которые делают вот такие вот как бы музыкально-филологические коллажи нашей реальности. Пытаясь заглянуть в нее из кодера. Проекты коммунизма, такие новые виды музыки там апроприировали в творчестве, так как Noise and Industrial на то время новые. И... Ну, в СССР все, что обрушилось на нас после 88 года, было отчасти в нове, потому что чуть-чуть слышали того, чуть-чуть Industrial, чуть-чуть фолк, чуть-чуть панка, постпанк, из новоатрока, все с нарастающим количеством приходило, и поэтому выделять что-то как бы бессмысленно, мы не то что были всеядны, было очень интересно ознакомиться со всем, что было до этого. Угу. Как известно, в СССР не очень было поставлено хорошо с ознакомлением граждан с мировой рок-музыкой. Вот, мы наверстывали как бы, до 90-го года, 91-го. Да, собственно, это происходит до сих пор, потому что, например, тот же Егор Летов был известен тем, что потом что выходили такие сборники, я не помню, как это правильно по-английски, самородки, как бы на русский язык переводилось, всякие группы 60-х, 70-х, 50-х годов, прогрессив, психотели, рок-н-ролл, гараж, выходили, те-то выпустили один альбом, может быть, даже несколько синглов. В итоге потом уже 90-х и 2000-х они выпускались, которые те-то, третьи немыслимые вершины. Поэтому мы слушали, радовались, наслаждались и удивлялись. Тоже самый концептуализм, вы как-то его в музыке развивали после ДК, после Мухомора. Ну вот, собственно, коммунизм это и была концептуальная группа. Коммунизм и Цыганят и Ясновичает. Это две части одного вот такого большого проекта. Цыганят так больше предлагал развитие темы «Я», а в коммунизме это было, сначала это была общая линия, потом это был Егор с Кузьмой, потом Егор, допустим, с Валерой Рожковым или с Олегом Суром. Где-то он сам творил очень много, потому что он был потрясен возможностью, открывшейся ему через вот совмещение разного в одном, из чего получается нечто новое. Это было как бы потрясающе. Прометей высекал огонь. Вот, я думаю, что это
созвучное ощущал в душе. Вы сейчас вот как-то новую музыку слушаете там, вот совсем новую? Ну, в той или иной степени да, но не так активно, как это было раньше. Новой музыки очень много, да, ну, как известно, в каждом английском, американском городе есть не один десяток рок-групп, и кто-то выстреливает раз в год, может быть, на несколько лет или даже на десятилетие, ну, допустим, там группа Мьюз, которая собралась там в английском маленьком городке, парни спасались от тоски и наркомании, вот, а в итоге они оказались немыслимыми, талантливыми и очень востребованными по восприятию реальности, да, поэтому они стали как бы популярны и не раз приезжали в Россию. Но я не очень часто ее слушаю, новую музыку, как правило, ну, как всякий взрослый человек, у меня масса забот касаемо и обычной жизни, в семье, там, в быту, по жизни, как и музыкальной, и поэтому все это происходит в таком большом калейдоскопе. Что-то появляется, что-то исчезает. Но я специально новую музыку не слушаю. Но, как все знают, если что-то возникает революционное, то его невозможно не услышать. Но, как мы все знаем, таких революционных явлений в рок-музыке стало меньше, чем в 90-х или 80-х, или тем более в 70-х годах, а уж тем более в 60-х. Как вы расцените такой проект «Тунгизм» вот как сейчас? Что это? Содружество действительно людей, которые являются друзьями, приятелями, между которыми существуют личные отношения? Или это работа, скажем так, отдельных людей, которые стараются применить свои какие-то умения, свои таланты, свои стороны, короче. А в 80-х годах, например, в целом, как проект «Коммунизм», создали определенную, ну что ли, кристаллизацию различных сторон советской культуры, официальной, неофициальной. И создается у вас впечатление, что вы создали действительно ту рамку, через которую современные поколения могут смотреть на советскую культуру в целом, по явлению, отталкиваться от этой рамки, которую вы создали, к истокам, и рассаживать советскую культуру как некое единство. Ну, ты зря задавал два вопроса подряд. Ни один интервьюер их не задает. Спрашивают на один вопрос, а потом задают другой. Но, на мой взгляд, эти два вопроса примерно объединены, потому что что значит коммунизм сейчас и каким образом коммунизм позволил следующему поколению, которое не видело СССР, видеть СССР. Ну, во-первых, оказалось, когда в 2010 году мы оживили творчество группы и договорились доиграть до юбилея, мы не знали, насколько это востребовано, интересно, понимаемо, и какой-то есть отзыв на этот счет. Оказалось, что это востребовано, понимаемо и по-прежнему трогает так же, как и нас, и в наше время. Поэтому здесь все как бы хорошо. Всегда, ну, то есть оказалось, что в России есть такой слой, где большой, где маленький, для которого творчество этой группы ценно, понятно, ясно и очень радостно, полезно и нужно. А то, что возможно ли СССР показать через рамку коммунизма, нет, без сомнения. Потому что коммунизм был ответ, по большому счету, на то пробуксовывание, которое испытывала советская страна вот в период застоя. То есть мы не были антисоветскими людьми, и мы не собирались приложить руку к тому, чтобы СССР распался. Просто казалось, что в своем доме очень много ссора, очень много безумия. Более того, когда вот перестройка стала еще внутри СССР вскрывать то, что уже возникло в душах людей, мы были, ну, отчасти потрясены. То есть, по большому счету, уже это коммунизм, это такая попытка заглянуть в исподнее человека с точки зрения того, почему он творит безумие, почему он такую гадость делает, почему он опускается до такой низости, делает из мира уродство, почему не стремится к обратному, почему не нужно любить разумное, доброе, вечное, как говорил Остап Бендер. Так казалось, как правило, человек в массе своей не хочет любить разумное, доброе, вечное. То есть в некоторой степени коммунизм позволяет через это взглянуть на советскую реальность как бы критически, и в то же самое время в любой критике есть, наверное, обратная сторона.
сторона, то есть ведь хотелось бы чего-то хорошего, а ведь не бывает так, что ты хочешь хорошего, не испытав его. Потому что в СССР было много и полезных вещей, и замечательных, удивительных. В конце концов, мы все родились в СССР, и именно благодаря СССР поимели такой взгляд. А вот вы не чувствуете ответственность за развал Советского Союза, в том числе за определенные дела? У нас не было... Дело в том, что этот вопрос задается, что называется, ебическая сила, прям нетолерантный термин. Мы не имеем отношения к развалу СССР. Это я понимаю, что напрямую... тупая, глупая, бестолковая, непонятно откуда взявшаяся мысль. Хочется сказать, забейте себе ее в трухляк. В 1988 году было четко сказано концепты гражданской обороны. Мы коммунисты. Только коммунистов мало. Слишком мало коммунистов на земле. Такой развал. Но между коммунистами нет. Есть определенное разделение между объективным и субъективным. Да сколько угодно раз, кто бы меня не подводил к этой мысли, я рассмеюсь ему в лицо и скажу, дурак. Забудь про это. На нас этого греха нет вообще. Ни справа, ни слева, ни снизу, ни сверху. Мы этого не хотели. Мы хотели избавить свою страну от идиотов. Можно я уйду, чтобы вас не отвлекать больше? Пожалуйста, Олег. Вот, ну... Спасибо вам. Я, собственно говоря, хотел от вас это и услышать. Только напиши что-нибудь такое, чтобы понятно было. Жизнь – это значит понять и осознать то, что ты принимаешь. Спасибо, души. Вот, то есть... Ответ – это расхожее мнение штампа. Я хотел избирать штампа. Только потому возник, потому что гражданская оборона в 90-м году играла на рок против тоталитаризма. Или рок против СССР в Таллине концерт был. Я не помню, как он правильно назывался. Вот. Но, сколько я знаю по Егору, уж тем более по мне, если говорить о представителе группы «Коммунизм», то есть я никогда не пытался разрушать СССР, и в этой мысли даже не было. И достаточно послушать интервью того же Летова, не знаю, голландскому телевидению данное, когда в 94-м году, когда уже существовала Россия, он довольно четко и ясно сказал, что то, куда мы, так сказать, ну, пришли, в тот демократический мир, он оказался не просто хуже СССР, это несравнимая дикость, в которую погрузился человеческое сознание, в которое оно адаптируется. А это самое страшное, когда человеческое сознание адаптируется к чему-то неестественному, дикому и ненужному. Как только оно это осуществило, адаптацию, с этого момента это стало естеством. И потом это вырвать из реальности крайне сложно, потому что это естественно. Ну, как, допустим, гомосексуализм или какие-нибудь там деньги, ценность, или там имиджмейкерство, или там политмейкерство. Это стало реальностью, и теперь от этого надо избавляться. Как вот большевики в октябре пытались много неправильными методами, грубыми, избавиться от царств каких-то аспектов, чтобы построить новую реальность для нового человека. То же самое придется делать кому-то потом, потому что то, что происходит, допустим, сейчас, ну, это очевидно, что это не совсем человеческий мир. Это извращенный, адаптированный к деньгам, к очень материально, так сказать, властной структуре реальность. Олег, а мы идем, ну мы же разговариваем, Андрей, не извиню. Я поражаюсь беспардонности людей всех, и вас в том числе. Все лезут, никто не хочет. Давайте еще два вопроса, и мы прекратим. По поводу фильма, снимаемого сейчас, о сибирском банкроте Владимиром Козловым. То есть ваши впечатления о этом проекте? Насколько... У меня никаких впечатлений нет. Никаких, я не знаю, что это такое. Я знаю, что Владимир Козлов снимает фильм о банкроте. Он пришел на мою акустику в Москве и снял меня, взял интервью. Я не представляю, что это такое будет. Если снимать о банкроте, то, ну, как минимум, нужно провести достаточно много времени с тем, кого ты интервьюируешь, чтобы понять, что он чувствует, почему так все было. А прийти, взять интервью, задать несколько вопросов и уйти – это не то. Это просто видовая картинка. Это то же самое, что спросить какого-то вьетнамского ветерана. Для вас ужасно была война в Вьетнаме. Он возьмет, вспомнит, как он возвращался домой. Скажет, да нет, вы знаете, очень хорошо. Это ничего не значит. Ну, мне так показалось. Возможно, у него что-то выйдет интересное. Вообще, я, конечно, рад, что, в принципе, такие фильмы делаются. Но пока вот у меня... А скажите про будущее. Вот коммунизм как бы не наступил, но мы как бы верим в него. Вы верите? Он и не мог наступить. То, что мы испытали в 91-м году, это было, собственно говоря, продолжение 18-го года, ее логическое завершение. Была совершена очень большая ошибка внутри Октябрьской революции. И она, ну как бы,
как это всегда бывает, через некоторое время превратилась в системную ошибку государства, и государство не вынесло такой идеи и отрыгнуло от себя это в лице народа. Никто даже не заметил, что в СССР там, в 88-91 году случилась буржуазная революция, четвертая в России. Ее только потом кто-то аккуратно и осторожно стали называть. У нас, наверное, была революция, и даже каждому было неестественно это произносить. Мы очень сильно изменились, и это была очень большая ошибка. Она классическая история называется «Монополия на власть отдельно взятой партии». Нельзя заставить народ верить во что-то, если ты ему не доверяешь. Вы выступали в уголке Мао Цзэдуна. Вы поддержите идею маоизма в целом? Ну, отчасти это была такая... Ну, я как автор группы «Цыганят и С. Ильича», то есть слегка иронично язвительный человек, во-первых, Мао Цзэдун когда-то сказал фразу «чем хуже, тем лучше». Вот, но как оказалось... Продолжение там несколько другое было, это цитата. Я эту фразу прочитал на 100 лет раньше у Лескова. Ну, то есть это русская поговорка. То есть на самом деле это был не он. А во-вторых, песня о китайском народном добровольце производит как бы известный фурор. И в свое время Мао Цзэдун предлагал, в общем-то, радикальную идею Сталину взять, да и ядерным жезлом ударить по Соединенным Штатам. Кстати говоря, Сталин отказался совершить такой акт. Конечно, он был реалистом. Вот, то есть в этом смысле как бы Мао Цзэдун для меня олицетворение предельно допустимого такого экстремального осознания реальности. Не всегда правильного, как правильно, неправильно, как правило, неправильного, но тем не менее, как символ, вот, я его не мог не поместить, потому что то, что происходило в СССР, там же было много безумного, но что стоит одно воспоминание, когда Горький приехал в ГУЛАГ, а все заключенные перевернули газеты вверх ногами и держали их, пока он шел там по рядам, а Горький писал там какие-то благодарственные надписи в книге ВЧК, там мальчик кто-то подошел и сказал: «Горький, нас здесь не убивают, нас здесь просто убивают, сделай что-нибудь». Ну это же запредельный экстремизм, то есть что должен испытывать Горький, то есть он должен был расстрелять, если повеситься, убить себя, потому что после этого жить нельзя. Ну что стоит твоя мать, твои там все эти рассказы, что ты великий советский писатель, если твоя реальность уничтожает людей? То есть можно людей судить, допустим, как сейчас, если они сидят в заключении, а что их унижать-то и убивать? Это запредельные вещи, это что, против лома нет приема, если бы у меня был автомат, я бы просто расстрелял всех НКВДшников. Это меня ужасно поразило. Вот, ну, поэтому вот символ вот этого экстремизма я нацепил, а, ну, подсознательный такой смысл. Эта футболка у меня появилась в концерте в Екатеринбурге. У меня была футболка РАФ. Тут был Бадр, значит, такой грустный. А парень, ему привезли из Китая футболку с Мао Цзэдуном. Он говорит: давай поменяемся. Ты же шил на мыло. Бадр, РАФ, Мао Цзэдун, экстремизм на экстремизм. Я говорю: давай. Я ее хожу, а она так хорошо сделана была, она вообще никак не осыпала. Ну и вот это все азиатский, европейский экстремизм, антиэкстремизм. Попытка понять, вот по мне все это смешалось, и вот поэтому я ее одевал. То есть у меня всегда так нелегко воспринимать символы. Последний вопрос, и все. Что делать? Вопрос всегда остается открытым. Люди должны объединяться вокруг идеи. Делать все, чтобы к этой идее приткнули как можно больше идей. Если будет более 500 тысяч человек на Россию, это означает, что вот это количество людей просто победит. Но у нас люди... Народ безмолвствует. Нет, народ-то народ. Вы же не народ, вы же лучшие представители народа. Ищите мысли. Что остается? Ждать или планировать, призывать. И разъяснять, совершенно верно. Спасибо большое. Спасибо. 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 Потревожили мы тебя, наверное, замуж. Немножко, да. Спасибо. Спасибо. А Ленин, какой он был? Рыжий? На лбу ему напиши. Ленин рыжий был. Да? Это я. Ой. На лбу. Первый весь мой жизнь для Кишарова.
сейчас-то все. Чего? Я всех разъявляю, что на самом деле можно. Конечно, у меня ручку ищи сам. Ух ты! Левую правую выбирай. Ручку тебе ищи. Я просто приобрел себе автограф Сергея Летова. А ваш еще. Мы вчера с Сергеем Летовым играли. Вот, а ваше это вообще? Парадоксально. Все, мы, все мои мечты сбылись. Это классно, на самом деле. Были кровные братья. Это было, да? Это было тоже круто. На его фоне я Мити Блудс. Не-не-не, не надо. Нет. Ну, все нормально. Там ехали Яну похоронить. А, они оба, и Бэб, и Егор уже не круто. Ну да. А можно фотографироваться? Очередная. Мне кажется, у Бабы Рэпетёр делось это чисто ваше сочинение, да? Не мое, это правда, газете было напечатано, конечно. Именно вот таким слогом, таким вот. Откуда я знаю, каким там слогом было написано? Нет, нет. Сочинил не я. То есть это я передал цитату, да? Формат, конечно. Это чистая цитата, да? Абсолютно нормальная. Кусь, распишись. Рассказал, значит, и умер. Неужели так газете было написано? Да, в молдавской. 85-м году. Спасибо. Коммунизм и серп и молот. Ну, кстати, будет по теме на самом деле. Серп и молот. Как он рисуется? Да. Звезда. Ну, здесь, да, должна быть по-любому. И свадьба. А вот построчка. Вон. Держи. Подпиши, пожалуйста. Питерская, привет. Оксана считала, что мы здорово играли, Жень, запомни. Понимаю, не надо. Если эти люди пришли на этот концерт, значит, это та самая публика. Правда? Чужие здесь не ходят. У нас концертов, которые не получаются, не бывает. Без ложной скромности, скажем. Концерты всегда так или иначе получаются. Дай бог, да, сегодня мы есть, завтра нас нет. А вы знаете, что служба закрывается? Да, да, да. Ну, я не знаю, всегда, да. Почему? Торговый центр, что ли, будет строить, неизвестно. То есть, конечно. То есть мы можем сказать, что мы прощались. Ну, можно сказать, что так и так. Да. Дай бог, что вместо чего-то появилось что-то более могучее и прекрасное. То есть, это... Мы будем надеяться, да, на это. Природа не терпит пустоты, когда что-то исчезнет. В одном месте должно появиться вдруг. Пусть оно появится большим, могучим, жизнеспособным, интересным и так далее, и тому подобное. Чувствуете ли вы себя легендой? Нет, конечно. Нет. А, сейчас. А, чувствую. Да. Я чувствую себя легендой, конечно. Что вы с этим испытываете? Мгновение чувствую. Ничего.